если потерять контроль, если там увлечься, переувлечься, там, то заболеть алкоголизмом очень, ну, это, ну, несложно. А вот выздороветь уже практически невозможно. Я лечился от алкоголизма, который, ну, скажем так, ну, продолжался там несколько лет, уже в довольно серьезной форме. Ну, это был довольно продолжительный запой, года 2-3 ежедневного потребления пива, ну, литров 3-5 в день. В 2009 году я, ну, именно перед моментом, когда я обратился в клинику, я понял тогда, осознал, что да, я болен, что я просто не могу без этого обходиться, что образ жизни, что я просто, ну, уже могу умереть. Мне стартовым толчком таким вот, чтобы я уже начал падать, это, конечно, было известие о том, что у меня дочка, что моя дочка больна, ну, у нее задержка развития, там эпилепсия и, ну, тоже болезнь неизлечимая, вот. И, скажем так, вот это вот отказ от борьбы, от какой-то жизни, вот он произошел в этот момент. Я сейчас, ну, очень жалею о том, что, ну, скажем, в какой-то период я мог что-то делать, там, мог, скажем, ну, искать какие-то пути какого-то все-таки, это самое, но я опустил руки, и для меня оригами просыпался, и вот и в голове уже идет складывание, значит, моделей. В определенный момент его в жизнь вмешиваются просто, ну, высшие силы какие-то. Вот. Ну, в моем случае это так и было. У меня прошло много выставок. То есть уважаемый человек в мире оригами, потому что каждый год я сейчас сужу Олимпиаду. То есть это очень такая серьезная миссия. Вот. Мои модели, ну, скажем, ну, в своем роде уникальны. То есть у меня очень много по всему миру, ну, людей, кто ценит мои работы. Я живу счастливой жизнью.